97% площа збожевых и зернебобовых у Могилевской области уже обмолоченные. По урожайности на молоте и воловым сбору по-ранейшему лидируя Шкловский район. Тут за одного гектара сбирают по 46 центнеров. Параллельно с массовым жневом идет уборка присядибных наделов. Приблизно 70% вязковцев не дозволяют земли пустовать. Что покладут у засеки жихары вёски Мостки у нашем наступном сюжете. Мы посадили овес для лошадей и для коз. А здесь уже просто, ну, тритикали посадили там, как бы, ну, для свиней, там, для кур. У семьи Василенко хорошая пора. У сена просядибном участку сбирают урожай. Хороший урожай. В принципе, я довольна. Каля 15 ведров збожжа с 30 соток земли выник добрый и навод нечаканы. Бо на двор я гэтым летом ладно показатала нервы вязковцам. У Алины пятеро детей и великая господарка. Увесь урожай пойдет на корм свойской живёле. Нечто еще докупить, але основное меню для живёлы готово. Во уборце присядибных наделов задейничены работники мясовой господарки, от наместника директора до бухгалтера. Так агроном Ирина Москалева узброилась инструментом и замирая участки. Расценка, ну, у нас для работников хозяйства рубль 50, а для значит, пенсионерам хозяйства, а для всех остальных 2,50. У комбайнера Александра Коршунова сёлета это 35-й сезон на жневе. Але святковать часу нема, комбайнера чекают люди. И уборка на присядибных наделах отрознивается от працы у поле. Много переездов, нагрузка, все надо глядеть, чтобы ничего не поломать, не запить. Ну, не то, что в поле, конечно. У Татьяны Миколаевны живёла у господарцы нема. Землю она засеяла усом для того, как потрымать севооборот. На лето тут жанчына планует посадить бульбу. На овес Татьяна Миколаевна знайшла покупника и теперь уже размярковывая свой огород под новый урожай. Каже, покинуть землю пустовать ей просто не дозволяя сумление. Алена Мельшанкова, Юлия Мычка, Виталий Алексеенко, новина региона.